Вы потеряли 18 градусов периферийного зрения. Когда зрение восстановится, это уже навсегда. Играть в хоккей вы уже не сможете. Ну и что дальше? 2 года, 8 партнеров. Я уже в отчаянии. Случайная встреча. Это мистер Дуглас Дорси. Дорси? Не слышала о таком. Не бросай свою работу. Чем ты занимаешься? Фигурным катанием. Я занимался по 15 часов в день, чтобы выиграть утешительный приз. Речь идет о золотой медали. Он тебе нравится? Это безумие. Зачем я это делаю? Ты всегда этого хотела. Золотой лед. Скоро. На канале AMC.